Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», и я его автор и ведущий Олег. Продолжаем нашу рубрику «Уроки выживания», и сегодня вторая передача по работе с программой «Я иду домой». То есть это лесной навигатор, который будет без отрисовки карты, а чисто голосовыми подсказками доводить вас до нужной точки. Итак, мы с вами настроили программу, разобрались с интерфейсом этой программы. Сейчас мы с вами включаем мобильное устройство наше. Я уже зашел, значит, в саму программку. И вот видите, вот здесь вот у меня включен GPS точечка о том, что здесь она находится. Я ее нажимаю. И мы с вами услышали, значит, голосовую подсказку о том, что сейчас, находясь в данной точке, координаты дома были введены успешно. То есть я вот записываю и выбираю. И здесь теперь у меня появляется дом. Ну, там можно было подписать номер дома и так далее. Долгота, ширина. И до дома, значит, видите, 0 метров. Сейчас оператор снимет окружности. Это дача тут у меня недалеко, чтобы было понятно, где мы с вами находимся. То есть по кругу вот так вот, мы снимем все это дело. Ну и соответственно проведем тест. Я сейчас благополучно выключаю, скажем так, свои мобильные устройства. Мы погуляем немножко по лесу, и я включу этот навигатор и попробуем, значит, каким образом он с вами доведет нас именно вот до этой точки. Все, вперед, поехали. Ну, я не стал далеко уходить, потому что сейчас будет коррекция, скажем. И вот эти вот там 2-15 километров, которые там вы ушли, там, собирая грибы, чтобы это не было корректировка через 25 метров постоянная, мы не сильно далеко вот отошли. То есть пособирали, например, эти грибочки где-то в каком-то определенном месте, возле машины поставили точку, да, и включаем теперь навигатор. Вот здесь вот есть такая кнопочка «Идем домой». Начните движение. Двигайтесь преимущественно по прямой линии, от подсказки к подсказке. Если вы произвольно изменили направление, следующая подсказка будет неточной. Я помогу вам. Приятного путешествия. Итак, что произошло? А теперь для того, чтобы, значит, как бы GPS-приемник мог сориентироваться, в каком направлении вы двигались. А вы же помните, да, у вас там солнце находилось там впереди вас, вы сейчас пойдете от солнца, да? Ну и, соответственно, вот я сейчас пойду неправильно. Мне интересно, что скажет наш навигатор. Мы теперь благополучно можем засунуть его в карман, но кармана у меня нету, я буду держать его в руке. И как он будет реагировать. Вот я сейчас иду, подержи, чтобы мне было понятно. Я сейчас иду в совершенно противоположном направлении. Что скажет навигатор? То есть, по идее, точка находится позади меня. Развернитесь назад. Вот, то есть, видите, что то есть, что произошло? Когда я начал движение, тогда он сориентировался по спутнику, сопоставил стыли координаты, которые были ему заданы. То есть тут точка от машины, например, от которой я отходил.
И он уже принял решение о том, что я иду в противоположном направлении. Я разворачиваюсь назад и благополучно, значит, как бы иду до своего автомобиля. Давай камеру, потому что надо, чтобы тут звук было слышно. Суть еще заключается в том, что коррекции происходят по прямолинейному движению. Вы же как бы по лесу идете. Ну, здесь у нас тропиночки есть, поэтому я же не пойду по кустам, правильно? Я пойду по тропинкам, поэтому коррекция будет идти именно в этом направлении. Как помните, я поставил корректировку именно в градусах. Акбар, иди вперед. Вперед иди. Я сейчас немножко в бок постараюсь пойти. Поправит он меня или не поправит? Налево 20 градусов. Вот видите, говорит налево. До цели 80 метров. Налево 20 градусов. 20 градусов у нас соответствует вот примерно такому углу поворота. Давайте вперед. Ну, вот такая вот живописная природа. У меня на даче не очень нравится. Моя дача тут. Здесь, не знаю, видно, не видно. Пруд сразу внизу находится. Иди гуляй, Ну, как видите, вот мы пришли к этому месту, откуда, собственно говоря, и начинали движение. О чем, соответственно, нам доложило наше приложение «Я иду домой», то есть приложение работает. Я рекомендую вам для похода в лес, для больших, небольших походов в лес, она показывает, делаем выводы какие. То есть приложение, помимо того, что голосовыми подсказками ведет вас непосредственно к любой точке, которую вы зададите, оно показывает долготу, широту вашего местонахождения, что поможет вам при, если вы конкретно потеряетесь в лесу, вы сможете... Помимо того, что он вас выведет, оно можете группе поиска подсказать, где вы находитесь в данную минуту времени. То есть приложение рабочее, все работает здесь, корректировка идет четкая достаточно. Главное правильно настроить. Есть еще и платная версия этой, но я не буду рекламой заниматься здесь. Для того, чтобы не потерялись, вам это приложение поможет. Итак, с вами был канал «Я и мой хвост. Уроки выживания». Я его автор и ведущий. Олег, заслужите доверие, заслужите уважение, и у вас все получится. Спасибо.